Ты сплотил наше процветание. Так, дальше смотрим. Что можно мне увеличить? Увеличил. Дальше, значит. Испытание. Рогатка, пистолет, пулемет. Ой, пистолет. Третьего уровня. Ага, надо пистолет третьего уровня купить. Перевоз сравни. Вот это. Так, ладно. Что еще мне купить? Пистолет пока вот так вот. Купить патронов. Аптечку. Все, я полный. Так, смотрим, что у нас с журналом карта. Что у нас можно сделать? Куда съездить? Ага, быстрое перемещение есть, понял. Это хорошо. Так, фига себе, вы захватили. Точно в башку! Душа! Этим детишкам нужно объяснить, что к чему. Правильно, чего добру пропадать? Крутой пистолет. Так, где я хотел туда идти? Плеер. А, во плеер. Всего 200 метров. Либо я умру в комфорте, либо я никогда не умру. Блин, надо было в тачку сесть. Бабулю мне надо сменить состав отряда. Убираться. Ладно, малыш, увидимся. Thank you.
Тайничок. Все, я все забрал. Смотрим дальше задание. Значит, дальше задание. Вот сюда съездим. Там дорога какая-то есть. Эй, да ты чё, далеко поехал, дружище? На тачке доедем сейчас. Нормально, такая тачка несется вообще отлично. Через аванпост поедем. Поехали, поехали, фоткнули. Уедем. Таня прошел? Рогатка, да, смотри, успел. Откуда? Залез, нафига ты какая. Так, испытание оружия. Еще 5. И с рогатки одного завалить. Все, погнали. Заносит, как приятно. Тачку заносит, да. На ней дрифт там можно делать. Да, дрифтить. Карацо сзади бежит.
нормально их топчет. Вот так гора. На спине кувыркаешь. О, поехали на этой тачке. Так я уже практически приехал. Да ё-моё, с рогатки всё хочу убить. Все вроде забрал, все. Он моцик есть. Так, дальше куда? Дальше, дальше. Дальше мы сюда путешествуем и на ванпост сейчас нападем. Теперь нам надо вот сюда попасть. Нам надо туда попасть. Тачка стоит, можно на ней поехать.
Остался патрон, я бью. Не пропусти. Все, отличненько. Так, а как туда попасть? На аванпост. По этой трассе, наверное, да? По этому мосту я не смогу попасть. Там дальше лес какой-то непонятный. Честно, блин. Хера ты улетел. Пистолет прошел. Ого, быстрее, быстрее, накладок. Поехали отсюда, все забрали. Ух ты, нифига себе, какой. Взял тачку, перевернул. Надо посмотреть по карте, куда. Так, пока все время прямо. Опять что-то. Надо прыгать. Не, не добил. Рогатку прошел испытание. Навык. Так, что можно еще улучшить дополнительно? Ага, вот это. Улучшаем. Поехали.
Ох ты, нифига. Под пулеметный огонь попали. Здесь я еще не был. Открытие новой трассы. Карта. Мне вон туда надо. Сейчас, значит, налево. Что такое с речкой? Я не помню, что это. Сам спал за ним. А еще один кусочек. Еще рыбка одна. Я вообще не видно ничего. Гораться тоже умеет плавать. Что это такое происходит? Странное испарение. Меня зовут Иосиф Син. Есть и те, кто называет меня отцом. Когда-то я услышал глас Божий. Он поведал, что мне уготован нелегкий путь. И я прошел этот путь до конца. И оказался в начале. Отринь предубеждение. Собери крупицы прошлого. Ты познаешь истину. И новый Эдем будет ждать тебя. Какое-то странное заколдованное место.
Что такое? А, это вот там какое-то заколдованное место, я понял. Вон то. Странное это местечко было какое-то. Так, а как туда попасть? Плавь. Плавь, плавь, плавь. Попытка, плавь. Рачел тоже поет. За мной следом. Раньше новый Эдем был секты, которую возглавлял Иосиф Сид. Он отравил округ наркотой под названием Блаш. Если окажешься рядом с их территорией, смотри в оба. Они ребята странные и опасные. Ага, это теперь сейчас под наркотой какой-то был. Понятно, хрень какая-то. Сейчас аванпост освободим. Тут мне уже подаем понадобится. Наверное. Она. Скоро буду. Где подкрепление? Откуда идет? Мы движемся к вам по воде. А, по воде? Ну, вон там они. Ah,
отлично. Посмотреть испытание. Штурмовая винтовка 3-го уровня мне надо купить. Так, потом испытание что-то. Дробовик 3-го уровня. Все куплено, все отлично. Нормальный дробовик такой. Проверяем штурмовую винтовку. Вот что за черт. Привет, привет. Так, смотрим по карте теперь. Важную фотографию я могу сделать. Ну, туда надо. Поехали на этой штуке. Не смей звать меня Мисс Дейзи, слышишь? Я в таком домике у озера, что я обычно мечтаю. Ну, мама квадрат. Это я тут вижу. Как же это мультик называется? Я забыл, где-то, короче. По воде. Дальше смотрим. Он плеер. Прежде чем все А если прям по воде, да, наверное, по воде и поедем. А, заминировать можно. Да ё-моё. Можно ехать. О, выезжаем потихоньку на отдых. Отлично.
скутер. Блин, он шпарит как дождь. Нормальный дробаш такой. Думал мне крышка. Многие из нас видели ужасающие вещи. Особенно после падения бомб. Такое не забывается. Тут не очень. Но мы все еще не сдались. Меняю позицию. Я этим горжусь. Дробовик с дробовиком. Так, смотрим дальше. Карта. Работа по заданию. Ну и все, возвращаемся на базу. Сегодня хватит.